Так. Ребята сказали, что где-то на входе кошка. На руках придержит, чтобы она не сбежала. Что мяу? Поехали. Может, тебе уже вот на карете на такое возить? Мона Лиза. А то в Тайгане и карета есть золотая для звезд. Довольная. Надо, полюбила, чтобы ее возили. Идет на выход. Ребята звонят мне. Забирайте ваше счастье. Что мяв? Кто загулял? Мона Лиза. Все телекамеры на тебя направлены, да? Фотографа нашла. Личный водитель. В виде меня и Влада. Для вас. Сиди с под двумя кто. Четко знает свою остановку. Тебе ходить пешком вообще лень. Добрый день. Какая такая. Где наши черепахи-пахи? А, вон. Дом, да, Мона Лиза? Остановка. Мона Лиза, ваша остановка. Ты выходить собираешься? Я тебя на руках нести. Уже. Нет, я понимаю, что у тебя заслуги перед Отечеством. Вот это вот ездить уже, носить звезду. Басечка, ты там что? Там кого-то ловишь? Опа, опа. Опа-на, жизнь. Ну, скажи, дети. Нет, она к миске. Ти-ди-ти-ди. Боля туда сразу. Ну, зови всех. Зоя такой подбежал. Скажи, не Паля, люди написали, не Фантомас я.
А Зоя и Тига. Зоя, иди, иди, не бойся уже. Скажи, Инна Сушата, мамку скажи. Кто-то написал, такое ощущение, что они скоро ее съедят. Зоя, иди сюда, я просто уберу, чтобы сесть поудобнее. Они ей помогают. Молока много. Котята уже не так пьют. Ну, эй, Анна Сушата, аж бегом. Эй, тут молоко раздают. Друзья, кто хочет этого рыженького, хозяйка, которая хотела, не очень хочет его уже брать. Не из два взрослых кота. Кто-то мне писал, что хочет. Это рыжее солнышко. Оп. Завтра забирают нашего персика. Что, все соскучились по молоку, да? Мама тогда опять гуляла сутки. Спускайся, абрикос, спускайся скорее. Оп, без тебя раздача молока. Вчера почитала комментарии, друзья. Смотрю, что там, не помню, что, по-моему, 500 комментариев было. И начинают такие проскальзывать, типа... Мы хотим львов смотреть, там, орангутана, там, тигров и всех остальных, а вы нам все котов показываете. Я такая думаю, не поняла. Котята выходят только на канале Ангелины. Плюс вышло 2 видео на канале Парк Львов Тайган. Каждый день выходит 5-6 видео на человеке, льве, про львов, про тигров, про всех остальных, каждый день. На парке львов, про жизнь в парке тоже, про всех животных. Там Люська Маны, значит, вот Люсю, да, там перерыв 2 дня, Люську не снимали. Но ее еще там еще и девочки снимают, и мы все равно снимаем на Люськином канале. Степашку, значит, там не видят, и Маняшку. Живи, Степка, живи канал. Куча каналов и контент выходит каждый день на всех. Так что, друзья, не качаем права, что хватит снимать котов. Сотням тысяч людей, посмотрите, каждое видео про котов набирает больше 200 тысяч про этих котят. Людям не безразлична судьба котят. Им нравится кошка Мона Лиза. Вот, и они с удовольствием смотрят, почему в угоду кому-то то, что выходит на других каналах. Они не должны показывать про эту удивительную кошку. С ее котятами и насушатами. Тем более, что это такое уникальное тоже зрелище. Первый раз у нас, я уже говорила, что кошка выкармливала насушат. Это да. Лежит. Тоже там комментарии несколько таких, что пожалейте кошку. Они, значит, ее уже там высосали, чуть не съели уже. То, что 5-10. Друзья, если бы она не хотела, если бы не нравилось... Ну, во-первых, она не лежала бы с такой довольной мордой и не позволяла, значит, вот это всему кормиться, происходить. Она бы спрыгнула. Ну, у вас же, если у всех, вы пишете, кошки есть. Она бы ушла, либо начала уже на них шипеть. Вот. Кошка не то животное, не тот человек, который будет позволять кому-то делать с ней то, что ей не нравится. Кушает Мона Лиза за 5 котов. Она в прекрасной форме. У нее много молока. И она сюда приходит, она сутками может не приходить. Она сюда приходит, когда чувствует, либо уже дается там в руки, либо ждет, пока ее довезу. Тогда, когда хочет уже, чтобы ей полегчало. О, откинулась.
абрикоса обняла и получает удовольствие. Поэтому с нашей кошкой все в порядке. Мы за ней смотрим. Котята сейчас уже потихоньку все раздаются. У нас ушата помладше, но они тоже уже такие кабасики уже. Все почти кушают. Ну, для подстраховки пару недель еще точно. Если кошка не загуляет и молоко не станет горькое и не уйдет никуда, то точно они ее еще пососут. Так что скажи, у нас все хорошо. Насушата уже такие. Большие такие насушата. Будем тоже с Ладом ставить вольерчик. Их туда тоже уже садите в вольерчик. Ой, будь здорова, Мона Лиза. Мне так нравится, как она абрикоса обняла. И лежит счастливая. Мона Лиза их скидывает на раз, два, три. Как только ей надоедает кормить, как только они полегче делают, она тут же встает, идет к миске, их всех бросает. В окно прыг и пошла. Скажи, спасибо за помощь, за то, что помогли. Боля такая, раз, тут поела. Туда куда-то еще пошла. Скажи, там где-то помощь нужна. Котята уже большие. Видно, молоко у мамы кошки хорошее, что хоть насушата растут, как на дрожжах, хоть котята так еще едят. Это вот я сейчас поехала ее забирать, насыпала им опять полные миски. Несколько раз в день. Полными мисками. Все, уже ничего нет. Мала. Рыжие. Да? Скажи, черепаховые. Пятнистые. Какие угодно. Вы помните, какие маленькие были насушата? Холодные, мертвые фактически. И что такое мама? Что такое живое молочко? А Мона Лиза чувствую из одного декрета в другой сразу. Прелесть.